Коронавирус вышел на экраны. Согласно постановлению городской администрации, кинотеатрам Набережных Челнов пришлось ограничить свою работу. Подчиняясь новым правилам, они закрываются временно. Также с сегодняшнего дня на каникулы ушли и некоторые спортивные школы. Подробности далее. В спортивных школах и секциях занятия отменены, детей отправляют домой. Правда, некоторые преподаватели пытаются проводить тренировки дистанционно или на улице. Но, например, по плаванию или акробатике это нереально. Ситуация такова, что спортшколы закрываются на неопределенный срок, и в них применяются меры профилактики. Например, в Олимпийском проветривают помещение каждые 2 часа, очищают воду в бассейне и тщательно убираются. С завтрашнего дня будет ограничено посещение спортивных школ, спортивных объектов муниципальных, отменяются все занятия спортивных круг, спортивных школ. Такие же рекомендации мы даем частным спортивным структурам. Каникулы наступили и для городских кинотеатров. С сегодняшнего дня и по 15 апреля они будут закрыты. Сроки открытия будут определяться по мере развития ситуации, а уже сейчас в кинозалах пусто. Игровые автоматы одиноко ждут своего часа, а разочарованные зрители уходят домой. Однако сотрудники советуют не паниковать. Все это сделано для профилактики, а деньги, закупленные билеты, будут возвращать. Сегодня уже утром мы закрылись, и мы будем уведомлять зрителей через социальные сети, на сайте разместим информацию. Также будут контактные телефоны размещены, то есть по любым вопросам. Ни одного зрителя мы не оставим. То есть на все вопросы ответим, возвраты произведем. Но есть и альтернативный вариант для тех, кто хотел провести свое время в экранной реальности. Онлайн-кинотеатры начинают открывать доступ к фильмам. Алексей Гарнышев, Алина Мифтахова, Радик Ганиев, Дмитрий Кравченко, Челны 24.